Крупное ДТП с участием трех транспортных средств случилось утром 11 июля. На Корсаковской трассе около поворота на кладбищенский комплекс столкнулись рейсовый автобус номер 6, грузовик и легковушка. Водитель транспортного средства «Хино», двигаясь по автодороге Южно-Сахалинск-Корсаков с юга на север в районе 2 километра, не справился с управлением и совершил наезд на пассажирский автобус, который остановился для того, чтобы совершить поворот налево. Сзади ДТП автобус откинул на встречную полосу, где он совершил столкновение с транспортным средством Toyota Tiggo. По данным ГАИ, в результате ДТП водители Nissan, Hino и пассажир автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести. На месте работали 17 спасателей. Трех пострадавших с места происшествия на каретах скорой помощи доставили в больницу.